Ребят, приветик. Спрашивают, как нарисовать одуванчик? Рисуем одуванчик. Рисуем травку. Вот она не будет совсем ровной. Вот так я ее сделаю. Одуванчик будет расти в травке. Рисую стебель. Листья. Листья у одуванчика вот такие. Такие неровные. С такими неровными. Вот так вот. Вот с такими. Так, дальше. Беру желтый. Я буду желтый перемешивать с оранжевым. И начинаю рисовать вот так. Беру оранжевый и рисую вот такие вкрапления. Опять беру желтый и это все размазываю. Так. Получился у нас вот такой прикольный одуванчик зеленой травки. Нравится? Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем до встречи. Пока-пока.